Добрый день, уважаемые гости, подписчики канала «Наша жизнь». Многие задаются вопросом о совместных посадках. Возможно ли это, зачем и что можно сажать? Вот я хочу поделиться своим опытом совместных посадок в теплице. Что такое совместные посадки? Это когда на одной грядке или на очень близких грядках могут соседствовать сразу несколько культур. Причем, как правило, такие посадки делаются, чередуя те виды культур, которые раньше произрастают и которые быстрее уберутся. Таким образом освободится место для тех посадок, которые будут вырастать чуть позже. Ну, например, вот здесь вы можете видеть грядка белого редиса, по бокам от которого растет перец. Соответственно, первым созреет у нас редис, и постепенно, по мере вызревания, он будет убираться. Таким образом, будет освобождаться место и пространство для разрастания перца. Одновременно вот здесь между перцами можно видеть небольшое количество укропа и одновременно вот здесь вот сейчас растущая петрушка. Опять-таки же зелень, она будет по мере роста убираться и будет оставаться у нас перец уже для дальнейших посадок. Здесь вот видите еще грядка у меня редиса. Здесь вот он еще, он белый редис созревающий. Тут же вы видите укроп. Укроп причем посажен не рядочками, а абсолютно хаотично. Укроп растет достаточно редко, и это позволяет ему вырасти достаточно плотненьким, толстеньким. Здесь вот у нас еще есть некоторые посадочки салата, который также в последующем в качестве рассады будет убран. И красный редис, чередующийся с укропом, а также с маленькими перцами, которые в последующем у нас разрастутся. Таким образом, на небольшом участке земли одновременно может расти несколько культур. Причем растут они достаточно хорошо и не мешают друг другу. По мере созревания одних они убираются, дается возможность для роста других. С вами была Юлия. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч!